всем привет. Ну, недавно буквально вот был в оружейном магазине, там патроны, капсуля, порох, все как обычно, и увидел вот это вот нечто. Знаете, увидел, сразу захотелось почему-то купить, тем более цена реально бросовая, очень невысокая. Вот штучка показалась мне такая, ну, не знаю, в общем, чем-то он мне понравился. Это продукт известной компании Lansky, вернее, торговой марки. Lansky Responder. О как. Причем 7-инчевый. Почему 7-инчевый? Потому что есть еще 9-инчевый. Ну, в общем, известная компания, которая делала различные приблуды для заточки ножей. Ну, скорее всего, это, конечно, OEM-производство, то есть чей-то заказ. Ну, в общем, они сделали вот такой вот монстр. Ух! Ну, давайте, если сможем, почитаем. Ну, в общем, здесь у нас обещано 440C. Сталь, да? Здесь у нас нейлоновые накладки. Двухпозиционная клипса, ну, в общем, и так далее. Вот такой вот ножик, такой блистеря. Спросил Николай, он говорит, в блистере ничего нормального не продают. Согласен, я этот нож видел в магазине распечатанным, распакованным, да. Повертел, покрутил, ну, так себе ножичек, но тем не менее купил. Их сейчас интенсивно продвигает сеть магазинов Ibis, поэтому там довольно-таки агрессивная ценовая политика, как мне кажется. И вот этот ножик мне обошелся там в 200 с небольшим гривен. Вот. А там еще скидочки в магазине, в общем, нормально. Вот. Вот такой вот бруталика. Давайте мы его откроем, посмотрим поближе. Нож для открывания Lansky. Victorinox. Хотелось бы картонку повредить почему-то. Так. Оп. Что он тут? Открывается у нас, нет? Открывается. И извлекается. Во. Так, в сторонку. Бумажечка. Блистер. Бумажка поближе. Кому интересно, можно поузить и читать. О, видали? Такая надпись скромная. Здесь сделано в Китае. Ну, верьте. Здесь написано, сделано в Китае. Вот. Ну и, собственно, сам нож. Liner Lock. Клипса. Переставляемая вперед-назад. Спейсер. Стеклобой. Отверстие под темляк или хрен его знает, чего это такое. Лайнер закрывается. Клин по центру. Нейлоновые накладочки. Ух ты. Ну, песок. Над этим надо работать. Слышите, да? Вот. Несимметричные накладки. Здесь винтики очень интересной конструкции. Ну, под плоскую отвертку минусовую. Здесь торкс и пятигранник. Клипсочка. Ух ты! Клипса неимоверно тугая. Очень-очень тугая клипса. Спейсер с агрессивной насечкой. Ну, в общем, собственно говоря, это не обзор. Это, ну, будем называть это вскрыша. Открыли коробочку, посмотрели на него изнутри. Я что тут подумал? Наверное, этот ножичек в самое ближайшее время отправляется мне в карман. Заменяет ресилинс, который там уже прижился. И потом уже в очередном эпизоде карманный нож за $50. А этот нож как раз отлично вмещается в ценовую категорию $50. Он отправляет, заменяет там ресилинс. Отправляется ко мне в карманчик. И там уже я расскажу, что, как, почему. Ну, наверное, взвешу его. Да. Замеряем там длину, высоту, ширину, толщину. Все дела. Вот. Такой вот. Ну, я не знаю.
Я не знаю, что это, но они, по-моему, называют это ножом. Единственное, чего хотелось бы посмотреть. Ну, в общем, бумагу он как-то худо-бедно режет. Вот такая вот респандер от заточной компании Лански. Всем спасибо, всем пока.